по мобу поехали. Держу, держите, не стойте за друг другом. Красная бомба. Пиздец, под трэш поехали. Из половины. Вайда, диспел и прохил. 30 хуем стаков, блядь. Настя, помогай диспелить, пожалуйста. Забирай следующий трэш, там уже уходит. Продиспельте войну. Пожалуйста. Бомба аккуратно. По трэшу сыграли все, Геру дай. Все трэш. Исполнили. Настя, дай капку. ХПшка, давай зубы. Клюжми бабл на секунду, да? Хиль война. Смак нахуй как-то выживает, блять. Каждый эту бомбу ловит. Повезло, что эти 4 не издвали экстрим, блять. Там сразу что-то. Авенька, не спал, пожалуйста. Смотри. Я там что-то попытка, она хуй знает, что она обитала. 27 у тебя. 27 не спал. Ух ты, блядь, закинула нахуй.
Ты не через кнопку сегодня, да? У меня через... Я прокси отключил, мне 22 пинга. Ну, у меня просто через прокси было 3800. Мне когда оно начало подвисать, я просто выключил прокси, перешел все. Ой, блядь, там бомба, нахуй. Скорее долго, блядь, навел на, блядь, саботаж. Че, не мог понять, кто это, я или он? Да нет, твой волк закрыл бомбу просто. И потом, когда он дернулся, я видел там бомбу. Ну, я смотрю, куда они падают сразу же, заранее. Я хотел около босса остаться, там в центре, прямо под ним. Процентов 50, что там нету бомб обычно. А тебе синрицу вообще типа, блять, ну, нажимаешь ложный выпад, нахуй. Если там одна бомба, блять, тебя заденет, ничего страшного. Даже если две, так ложный выпад, он все не переживает. Похуй там. Уже протащено, если что. Ну, вот. Хуяришь просто босс еще. Не, я ну, вчера, то есть. Вот, кстати. Кстати, а раньше же вроде можно было бить, когда он кастует, нет, с руки? Да, можно. А сейчас типа нажимаешь, сейчас, он просто урон идет. Ну. О, ботиночки упали, классно, тканевые. Есть, мне похуй. Можно кани полинковать. Я столько забирал, ну. Да, можете кани линкануть. Ну, полезно. Трэш подновить. У меня гильдия зависла, я вообще не могу поставить, кто гильдию открыть. А, да, кто-то мобба, блядь, сагрил. Сука конченый, вы пройти нормально не могли или что? Думаю, блядь, чё я умираю, нахуй? Диспалите эту хуйню. Ой, ты сагрил, признавайся, блядь. Не, я тут уже был. А, всё, магопед, я понял. Нет, почему-то не удивлен, нахуй. Бегите, хули вы лежите. Кто там? Пока мы не сдохнем. Давайте сразу разрулим тут. Это надо кому-нибудь. Ой, диспалите. А, никому. Дух крит. О, сапоги. Сапоги много кому надо, по-любому. Укротителя быстрее добейте. А тебе ВТФ не надо, или ТФК, или что то? Би сапоги на соп. У тебя что, есть? Это бис на соу. Ты говоришь, хуйня. ФПшка, дашь обмен. Ну, пинг 700, ну, вроде нормально. Ближе, блядь, поскрыли меня нахуй. Да на в порте, блядь, типа не в порте было, ты там нахуй захуярил, блядь. Там много. Угу, черносер, блядь. Типа конченый стак. Я пока... Брэд?
Сапаешь бабу и ферявишь этого, блядь. Черносердного. Охуеть, а чё-то много нахуй надо у меня. Это мало. Я бы пофирял, но не могу. Нельзя. Такова участь паладина. Сейчас ты можешь, ты просто ленишься, чтобы у меня работать. Блять, я не могу фирять, пчелку. Она не фиряет. Мы вчера тоже проверили. Тоже сказали, фиряется. У меня фиры ни по кому не работают из тех, кто там есть. А ты не хотел подвести? Нахуя? Бля. А вот тебе выпала штучка, ну. А, не видел, лучше тебя Риду скинул. Слушай, у меня био там мусорка не написано, блядь, никнейм. Что началось? Энх, я шаман. Хоть как-то, блядь, хватит меня ужать. Бисовый нахуй, блять, бисовый грудак на Энх. Тебе так Энх не шаман, а П не дает нахуй. Вред ходит, ну, просто так герку нажать нахуй и все. А, все, нет, такой. Ты же сказал, герку. Нахуй гера, блять. Блять, я что-то по Энх не шаман, подожди, дай спасибо. Энх это охранник цитадели, блять, понимаешь, ну, типа, коловорот. Я просто вспомнила, блять, этот маленький КМ. Рид говорит, давай я пойду на Энх, а паприка похилит. И Кирилл говорит, блядь, у нас тогда шаманы любят. А сегодня говорит, ну будьте без АП. Я говорю, а я чё, блядь? А смысл, ты даешь АП? А эту хуйню вообще заговорили. Видишь, мы без хосты ещё. В смысле без хосты, нахуй, блядь? А я тебе прочитал, что ли? Я, кстати, да, я эту фигню в закреп кинул. Минутку отойду, да, короче. Не, там давай пуляемся. Какой пуляемся? Лучше я спекаюсь. Настя, твой квадрат и ромб. Ромб сапаешь, квадрат фиряешь. Почему так много действий? Блять, еще бы скользь ты могла бы контролить, я бы еще и скользь сказал. Охуеть, спасибо, блять. ВТФ. Спячку кидаешь по крестику. Смотри, с Тарфолом не задень. Брат. С солнцепадом и прочей хуйней. По крестику спячку. Больше ничего по ней нельзя делать. На сетку. Да. Пожалуйста. Спасибо. Стальной босса бьет. Перед применением способностей, нахуй, лужи не разливать. Паладин. Это вас касается. Когда уже реворкнут, блять, афликов, нахуй, чтоб я в этого дестрика, блять, просто забыл, нахуй. Никогда. Или дестриков, сука, апнули бы, я хуй его знаю. Так... Всех поапали, блять. Спасибо. Настя, контролы. Боссы сюда ближе к центру, тварь. Черносерду фир надо мыть. Аккуратно сблизились, это после мне огненного выходим, если он будет кустом. Чуть на сент.
Алиса, 5 секунд. Кирилл? Угу. Заебись, вы не прохиливаете, да? А, да? Вы не можете прохилить, короче, да? Черносерд. Ясно. А чё так? Чё случилось? Какая-то хилы слабые. Хилы слабые, они могут хилить, не прохиливают. Бывает такое, понимаешь? Надо, наверное, еще тогда хилоспек. Надо хилить научиться, мне кажется. Да не, нихуя не нужны. Да нахуя тут щиты, ты чё? Без щитов, ну это изи убивается без щитов, я так думаю. Могу, короче, в хпало, ребят. Ну вот эта хуйня и шутает. Как на форуме все писали, да хуйня ваша шамана рудру, типа, холипал ДС, блядь, лучшие, блядь, десятки хивы, нахуй, все проходит с ними. У него гир просто маленький, у него щиток, ну, не 10 тысяч, чуть поменьше абсорбит, может, 1006-5. Да там когда 4-4 собираешь, уже хотя бы минимум между гир. Какой там сейчас у хпшки? 249. Он уже 10к спокойно может. Если он БК фаску будет выпивать, типа все дела, то у него будет 10к. Сейчас у него да, там 8800 было. Может там какой-то дамаг был, я хуй знает. Не знаю, что там. Может в ливне стояли. Вообще, блядь. Ну да, был такой дамаг, темный магий. Больно. Не, там же ливень был, может, щитки сбились ливнем. Не знаю. Все, мана кончилась. Пришло время тестить холипала 4d4, да? Ну и на второй. Раз там на четвертый, на пятый еще, ладно. На второй раз давать, это значит турейд, блять, а-ля РБК. Вот и все. Я насчет холика что-то сомневаюсь. Там каст режется сильно, когда молния попадает в тебя. Щиток попрофитнее. И тоже, блять, начинаешь связующее кастовать, потому что себя проебать можно. Молитва в ДЦ долгая, в холике быстрая, но она не даст такого эффекта. Ну, круг и этот, кто там, молитва, они не зарешают. Ну, вард, да, он сдох как бы от ливня, в основном. Ну, 20к там... въебал ливень в голову. Оно не сразу, оно где-то до этого он въебал, хп просело, и потом молнии добили, походу, так было. Или в конце вихря, я что-то не увидел. Ливень. Не, он там внизу долго отходил, его просто ливнем убило почти, что считаю, весь полностью. У него там осталось копейка хп, его просто да. Молнию добило. Вон там написано. А вот Наську именно не прохилили. Ну что это означает? Это, наверное, на хп надо кричать. А шаманов качать. Зачем ты встала, блядь? Ой. Если бы курить я пошла. Я уже давно. И курить пошла. Да. Уемно, нахуй. А чё вот этот пидор не контролится, этот кто он там? Болотный? Нахуя его контролить? Хочешь, я могу бан, а не он элементарь. А ну да, в принципе, могу забанить, да. Ну хули толку. Ну заебись будет. Ну окей, нахуй. Все, что он делает, он топ просто в мини-зоне топает. Да нет, так-то похуй, я просто сначала не понял, что это за хуйня. Думал, фернуть его можно, он не фиряется, сука. Так же контролить. Давайте речи. Блять, я уже хочу уйти нахуй. Мне этот Соломан уже заебал нахуй, блять. Просто, сука, дохуя времени нахуй.
Это еще... Хуйня, которая за час закрывается, нахуй. Это еще когда персом, которым не играешь, идешь, блядь. Да не, я бы играл, нахуй, ну, типа... Какой-то... Просто, блядь, сейчас, нахуй, максимально слабо. Не за это обидно. Локи, которые всегда дамажили, блядь, сосут хуй, обидно. Ауру, ну, поставьте, ребят. Ну, чтобы мама дать заранее. Лужа, лужа, милики, милики, лужа, 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 выбежали. И третья, сейчас чё? Сейчас ещё вот может лужу разлить. У меня всё это есть. Блять. Ливень может ебашить. Сливни выходим. Ливень, милики. Помогайте подхиливать на, во время каста, я хуй знает Настя, там, и себя хотя бы. Ты можешь его отпустить, я его стончу, чтобы агроном не было. Аккуратно лужу, может быть. Скользь. ВТФ, лужи вышли. ВТФ. ВТФ. ВТФ, она сейчас убьет кого-нибудь. ВТФ, прием. ВТФ. Ты сбил чем-то сам, походу. Да она сама просыпается. Она просыпается от этого ешки. Кто-то по ней ебанул, она проснулась. Вот и все. Сука. Так не обязательно, не обязательно, что ты ее сбиваешь. Я ж не говорю конкретно, что ты. Ну типа в первый раз ты сбил. А вот с остальные я хуй знаю. Опять вот вышла. Сейчас она вышла по таймеру. Отведи босса немножко. Отскользи подальше. Тьма, тьму, МА на тьму нажмите. Дал глю эту руку. Надо ему ману порезать. Аккуратно лужу, может быть. Мак умер. А Мак, а что ты там делаешь хуй пойми в ком в конце инста? Перебафните мага. Дай инер по глю. Вот это. Крылья гим... забери, Мак. Чарокран. Гим можно на ману ебашить. Там инер дали нормально. Дай сокруг. Ой. Блять, хпшка умерла. Ну потому что раньше надо нажимать на кнопку, нахуй. Лужа. Не разливайте ебаную лужу, нахуй. Сова, рип, подхиливайте. Да, но этой хуйне надо подхиливать. Чтоб пизда будет. Крылья еще.
короче, каплю кому дать, блядь. Глю дам, короче, каплю. Глю, жми бабл масс экра, жми. Хиливай. Глю, глю, хильте. Рид подхиливай, сова тоже хиль. Мак, пизда. Черносерд. Сейчас убьет глю. Лужа, лужа, лужа. Пизда, нахуй. Минус 7 мелики, блядь. Добивайте, добивайте. Сейчас баба еще выйдет с контроля. Баба там еще 30. Крылья. Снег нет. Трэш ебаный. Просто на коляске ебать. О, шапка надо. На коляске ебать. На тебе синрис. Весь лут раздал уже, если что. Там посмотрите в чате. Хуета выпал. Танковский шлем и кинжал. Есть Дживс? Есть. Какой-нибудь еще? О, отлично. Тут маски, ведь куча маунтов, но при этом самый последний всегда приходит. Не пиздец, была команда на мой маунт. Минус серф. Это минус ты, ничего не минус серф. Сука. А чё было за хуйня? Я перезайду быстренько. На всякий случай. Чтоб не вылететь. Ой, это ты... У тебя на что сапоги зачарены, что-то не посмотрел? На скорость. А ну, может и хватит. Да я уже бегал. Да, ты раз бегал, пускай вот и бегает. И пускай дамажит. Я помню, кто Рошан бегал. Ну, взрывал был всегда. Я на X2 всегда в Рошан тут бегал. Типа в этого волка, да, там мгновенно. Да. Mm-hmm. За бросан типа хп ты сразу же волка становишь, там в позицию ждешь, ты начинаешь. Mm-hmm. Даже может талант не качать при этом, вообще похуй на него. Да талант качается только в PvP. Эрдружка еще бегал в Алете. О, коты еще бегают. Чё за хуйня лагать начали? Меня надо. Ну вот у меня сейчас тоже пропинговало жутко очень, а потом перешел. Синдису, ты же шаришь, да, здесь это самое перед сменой формы, типа на пула ставит? Потому что я там пикните. Не факт, возьмите что... все это на переход на вторую, на третью фазу. Я скажу, когда огурцы прожать. Медведи тут поставишь. Побежим все в колечко. Глю, поставь ару на каш назад, пожалуйста. Я потом сама поставлю на огонь. Зачем на полумак? Иди, блин. Ару, что-то не снял.
Вот сейчас в мельки надо заходить, потому что вихрь бросать будет. Если кого-то из вас кинет, нахуй, не знаю. Блять, маг кусок мяса просто. Еще его, блять, я не понимаю, почему его не хилили, блять. Дай БРПМ. Диспел, диспел, диспел. Сама встань во фрейм. Маг, вставай. Разверни босса, ебаный он, нахуй. Мы в крест убегать будем, нахуй. А, точно. Что есть, что нету его, нахуй. Диспел. Короче, каплю по луку дам. Не спал. Да не надо, у меня связка. Тогда по энху. Так, сейчас будем стопать немножко ДПС. Стопнули ДПС, не бейте, стопнули, стопнули. В крест побежали все, в крест. Все, РД добьем. Диспел. Война, не диспелните. Переводим. Стоим, ждем. Массакра, бабл, глю, прохиливай. Камни. Пизда. Вы что, прикалываетесь? Да нахуй вы вообще, блядь, хилите, нахуй? Я не понимаю, ну это пиздец какой-то, сука. Прожмитесь, блядь. Вы как вообще вар может умереть, нахуй? Я не понимаю, блядь. Я хуею, блядь. Я ебал, нахуй. Ну, падайте. Вар, наверное, должен ШВ прожимать, мне кажется. Да нахуя вообще что-то нажимать, нахуй? Лучше стать АФК, нахуй. ХПшка, зубы, зубы на себя, кто там еще? Ебаная в рот, нахуй, такие залуманы, блядь. Сидеть, нахуй, освоение, блядь, это устраивает, нахуй. В супер простом инсте, блядь. Даже дела не поможет. Жалко, что его не сделали таким, как на X3, нахуй. Чтоб, сука, все сосали хуй тут, нахуй. Ходила бы, закрывала, нахуй. 2-3 гильдии, нахуй. Мы бы справили его, блядь. Просто, блядь, вар, у тебя есть щит, там, сменить стойку, одеть щит. У меня нет, у нас резко, да. А, да похуй. Я ж вижу диван дала. Он не всегда срабатывает. Она говорит, тупо, блядь, вихри начинают на диване висеть, и все. А мне диван дала. Это я дал. Значит, не успел на диван. Нет, она дала мне диван. Я его снял, потому что на мне вихрь был, и он просто с меня не уходил. Этот вар, ты тут? Он просто вокруг меня кружился, пока да и все. Короче, ребят, когда мы становимся все в крест, нахуй, нажмите все свои ебаные сейвы, блядь. Жмите камень, который я вам дал, скушайте, нахуй. Не надо ни бить нихуя, вообще. Вам не надо бить босса, вам не надо ничего делать. Вы просто стоите, ебать, и хилите, выживаете. Пока эти ветры от нас не съебут. Все. Обычно блять. Это 1-2 удара. Ты ШВ прожимал? Нет? Что-то убило тебя, блядь. ШВ не должно убивать так. Минус 4 это что?
Да не, я тебя спросил, ты ШВ прожимал? А почему нет? У тебя макроса нету, щита нету, чего нету? Блять, я вот не знаю, нахуй. У меня такое ощущение иногда складывается, что 90% варов не знают ни о том, что в щит можно одеть, ШВ нажать, в армсе, фурики. Вмешательство не знают, что такое, блять. ШВ это минус 60% урона на 12 секунд. Любого урона. Почему у тебя нету этой хуйни? Ну, так ты не прожал. И что я буду рассказывать? Ладно, короче. Первую, вторую фазу увидели, третья фаза начала. Когда мы стоим в кресте, нажимаете все свои сейвы, еще раз говорю. Камень прожимаете, если видите, что вы умираете. Фласку на хп, если у вас есть, похуй. Вместо припод, поебать. Ветерки словим, дальше там под босса станем, босс манекен бьем просто. Водит ветерки. Дальше четвертая фаза. Стоите во фрейме, нахуй. Там тупо прохил. Там же у нас все равно нету. Только он древний, если вызовет, нахуй, сама. Короче, бьете просто тупо манекен. И пятая фаза. Который дракончик. Под ебалом, главное, не стойте у босса. РДД стойте друг друга, не стойте в одной кучке. Будут кидаться столбы огненные. Такой огненный большой столб. С него быстро уходить. Не будете выходить, будете умирать. Все, это вся тактика. Все, что вам нужно знать. От вихря желательно отходить под героический бросок на первой фазе. Здесь не шотает особо вихрь. Но похуй. Отойдете, не отойдете, поебать, короче. Не буду от вас этого требовать, но большинству похуй. Давайте как-то, я не знаю, там, хильте более-менее, что ли, я хуй узнаю. Ты в ДЦ, ну так, шилды просто так не кидай перед третьей фазой, когда мы переводим. Про шилду весь рейд. Потом стой просто, хиль. Там на ведь все еще желательно. Иди пуляй. Ну, это просто цирк ебаный. Сидеть только в этом ебаном взломании. Нарибавьтесь шумену. О чем я и говорил, вихрь плюс бросок. Первый раз повезло, второй раз нет. А, и забыл, перед переходом на вторую и на третью фазу бери петом от своего. А то ветерки на петом могут тоже, типа, как бы, брать. Не спал. Не спал. Короче, на рогу каплю дам. Ч
чё на паладине даже, блядь, каски нет? Ни кулака, ни хуя, блядь. Охуенно. Ну и чё ты там стал? Вара, завис нахуй. Не спал. Феникс, за твоим пэтом не пойдет вихрь? Я его уберу перед тем, как ты выйдешь. Ну, так. Сейчас диспал даем. Диспал. Сейчас будет. В крест побежали, все диспал. В крест встали все. Переводим РДД. В сейвы все свои нажали, в сейвы быстрее. Камни жрите. Нормально? За тобой пошли. Ждем, сейчас круг сделать еще. Никто не въебался на всякий случай. Потом прямо во фрейм босса становимся. Все, пошли во фрейм босса, прямо стали. Птица это ебаная. На РДД смотрим за своим ХП. После каждого удара вас бьет молния. Смотрите ХП для своей. Не умрите. Меня тут не дамажит, слышишь, глюна, ся, ибо не частицу лучше. Ну, арты на агро пишешь. Язык помени. А он пишет, что сон ставы кинул. Пять минут берс, в упор идем, блядь. Берсу мы вряд ли упремся. Кажется, столбов подохнут на пятой фазе. Блядь. Там надо будет огонь, чтобы кто-то не забыл включить. Уже можно включать. Шо рано, блять. Нахуя вот эта аура воздаяния бесполезна? Я дамажу. Ясно. Посмотри, что она даёт. Я знаю, что она даёт. Готов, новая, да. Прям встанет. Он как будто зависло, да? Нет, нормально. Это у вас. Да не, мне показалось, босс заслакал. ХПшку. По часовой поведу вокруг центра.
Дай сокру. Кто я? Как выйдешь на... Я думал, он наконец оставит. Это, конечно. Ночью, блядь. Готовь скоро на пул. 1500. Блять, если прыгнуть будет хуёво, прыгну. Герой. РДД, отойдите. Чего вы так близко стоите? Нахуй, стол будет. Герой. Стол не кинулся, что-то странно. Бага нахуй. Чуть позже. Стол, вон. ХПшка, 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 дермич, блять. Столб сейчас еще один. Столб, ринда, мильки. А ты немножко, пожалуйста. Страшно там. Отвернуть куда? Столб, рид, милики, милики. С подъебала, уйди, хпшка, умрешь. От мага отойдите. Маг, все. Фиеста я. Столб сейчас еще один. Давай, глюма сокру. На следующий, наверное, вихер. У меня когда? Нет, прям сейчас. Он уже сдал. Место. Мастера орда. Столб где? Сейчас будет. Эман огонь. Вот я под следующий вихрь дам. Уже давай, глю. Красава. Сейчас. Все дал. Ну и все, тут добить надо. 20 секунд у вас, зарепитесь. Столб мильки. Да, число. Меня, блядь, сложило, тихо. 5 мили. Блять, опять на коляске, да? Да вообще пиздец. Да, интерес. Ну, вар хоть, чтоб не было обидно. Ничего хорошего не пало. Пиздец. Надо кому-нибудь эту хуйню вообще? Ну, давай, грудак. Ой, блядь. Больше никому ничего не надо. Риду на хилату не скину. Спасибо. Стоп, что за хуйня? Ну, крысните меня, пожалуйста. Чё проверить хочу. А как ты сдох? Ну да, 31 мастерства. Мертвым 22 мастерства, живым 31, блять. Одно добавляется мастерство, наверное, когда ты умираешь.